Добрый вечер. Добро пожаловать в наш магазин новогодних игрушек и аксессуаров. У нас не обычный магазин, а комиссионный. Да, у нас есть игрушки с историей, поэтому, если хотите, могу вам показать кое-что. У вас ёлка маленькая, большая, средних размеров. Есть две ёлки. Одна поменьше, другая побольше. Я покажу вам, что у нас есть сейчас в наличии, что осталось, потому что ажиотаж, желающих много, но мы кое-что вам точно найдем. Без покупки вы не останетесь. Для елки маленького размера есть вот такие вот нейтрального цвета шарики. Здесь в одной упаковке 12 штук. Они такие вот перламутровые. И смотрите, какие милые. Я думала, что они... прекрасно впишутся в любой интерьер, потому что у них нейтральный цвет. Такой, как будто бы они морозцом покрыты. Смотрите, инеем, да? Возьму несколько. Их можно сочетать с другими любыми цветами. Маленькие. На елке актуально использовать два цвета игрушек как основные, поэтому есть у нас еще и к ним такой комплектик. Это вот такие синие шары. На маленькую елочку вместе с этими шарами, я думаю, будет неплохая композиция. Смотрите, они есть разные. Есть просто такие перламутровые. Потом есть с блесточками. Вот такие глянцевые. Смотрите, какие они интересные. Смотрите, какие милые. Маленькие-маленькие. Для маленькой елочки самое оно. В качестве аксессуаров никогда, мне кажется, не потеряют своей актуальности вот такие вот усики. Они будут неплохо сочетаться вместе с этими перламутровыми шариками. Смотрите, я еще хочу вам предложить несколько метров такого дождика. У него такой интересный цвет. Вроде бы голубой, но такой цвет глубокой-глубокой морской волны. Очень интересно будет сочетание с этими шариками. Еще мы вам подберем вот такие милые бантики. Милые-милые бантики. Смотрите, как будет симпатично смотреться. Правда? Мне тоже очень нравится. Я вам очень рекомендую использовать в елке два основных. Ну и один какой-то еще дополнительный. Так, вот мы сейчас собрали комплект для одной елочки. Смотрите, какие у нас еще есть интересные диско-шарики. Очень интересные диско-шарики. Их можно использовать просто как отдельное украшение. Они очень переливаются в освещении, очень симпатичные. Если вам понравится, можете сделать такие. Видите, какие симпатичные. Ну что, одну небольшую елочку мы нарядили. А сейчас я хочу перейти к самому интересному. Это игрушки, которым, ну, наверное, минимум лет 40. Их здесь осталось совсем немного. Ну, я думаю, что вы сможете для себя что-нибудь выбрать. Сейчас я вам так постараюсь показать. Вот, смотрите, осталось здесь буквально десяток-полтора игрушечек, если вам видно.
Я сейчас вам поближе покажу. И если вам какая-то из них приглянется, просто можете даже выбрать ее для своей коллекции. В первую очередь хочу вам показать вот такие вот два интересных Карлсона. У них здесь есть пропеллеры эти двумя подтяжками. Более 40 лет точно не знаю, но лет им очень много. Правда, милая, вам нравится? Есть еще такая интересная клубничка. Смотрите, какая клубничка. Тоже ей много-много десятков лет. Да, это игрушки времен СССР. Так, есть такие игрушки интересные из дождика. Вот такие вот. То ли звездочки, то ли цветочки, то ли снежинки. Они немножко уже выцвели, но я думаю, что в них можно вдохнуть вторую жизнь. Правда, интересное тоже. Как вам? Тоже не знаю, что это. Наверное, это какие-то снежинки? Или какие-то... Не знаю. Или какие-то тоже звездочки. Какие-то интересные такие. Очень милые. Также есть еще вот такие интересные забавные шишки из дождика. Они уже не в лучшем виде. Их осталось у нас всего 3 штуки. Но была ярко-фиолетовая такая, сочная. Ее уже забрали. Если захотите, мы сделаем вам скидку. Вот старый тоже шарик. Старый, уцелевший, обычный красный шарик. Но очень милый. Мне кажется, здесь только заложено каких-то воспоминаний. А еще есть... Это, наверное, лампа Аладдина. Лампа Аладдина. Очаровательная. Да, из всех остались только вот такие два небольших шарика. И они были немножко поярче. Были еще другие, были ярко-красные, желтые, их тоже забрали. Но остались вот такие. Так как это уже последние игрушки, мы вам сделаем хорошую скидочку. Это, можно сказать, почти раритет. А еще есть такие весьма интересные. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот такие интересные переливающиеся шарики. Такие. С этой стороны они золотистые. Вот сейчас я вам их покажу. Золотистая. А с этой стороны тут много таких граней, пластиковые. Очень, кстати, практичные. Есть еще вот такой малиновый шарик. Здесь елочка. Почему-то грибок мухомор нарисован. Это интересно, о чем думал художник, совмещая мухомор с елочкой, как вы думаете? Ну, что-то в этом есть тоже. Обычная игрушечка. Очень милая. А еще, помимо Карлсона, есть такой чудной гномик. Смотрите, какой гномик. Чтобы его можно было сравнить вместе с вот таким вот Карлсоном. Вот такие друзья-товарищи, которым много-много-много десятков лет. Еще вот такое вот интересное а-ля солнышко, звездочка, что-то такое не совсем понятное мне. Их было очень много, и здесь был разный цвет: красный, фиолетовый, зеленый, белый, и вот остался желтый. Видите?
кажется, желтенькие. Тоже практично. Пластиковые игрушки, они не теряют свой вид. Выглядит очень даже неплохо. Согласитесь. И напоследок есть вот такая красивенная игрушка. Она осталась одна. Она немножечко посовременнее, ей всего лет 20. Вот, ну, смотрите, какая. Какая симпатичная. Очень красивая. Ну что, еще у нас есть вот такой вот раритетный дождик. Который даже не распаковывался. Как бонус могу вам предложить. Гномика и Карлсона я упаковываю тоже. Хотите эту игрушку золотистую, да? Да, она, безусловно, очень симпатичная. И еще напоследок хотите вот эту клубничку? Угу. Это мы вам упаковываем золотистую игрушечку. И все остальное тоже вам упакуем. Так, все упаковали. Пожалуйста, упаковали все ваши покупочки. Пусть они радуют вас в тандеме с вашими елочками. Приходите к нам еще. Будем пополнять наш ассортимент. Я надеюсь, что-то вы для себя еще здесь поберете. С наступающими и до скорых встреч!